Изменения в пенсионном законодательстве в части повышения пенсионного возраста – самая обсуждаемая сейчас тема. Разговор об этом неизменно заходит во время рабочих поездок главы республики по муниципалитетам. Свои соображения высказывают и представители различных профессий, общественные деятели. У нас в коллективе, в общем-то, у нас относительно молодой коллектив, средний возраст работающих примерно 38-39 лет, достаточно положительно относится к этому законопроекту. И, на мой взгляд, все-таки как бы вот среди молодых людей среднего поколения превалирует мнение, что тот пенсионный возраст, который наступает на сегодняшний день 55 лет, у женщины 60 лет, это, конечно же, не возраст, когда нужно завершать работу там, да, и посвящать себя только полностью себе. Все-таки молодое поколение, оно более активное, более энергичное, и, на мой взгляд, на сегодняшний день условия жизни таковы, что я думаю, что можно продолжить и нужно продолжить свою трудовую деятельность после вот этого периода. Ну, в частности, у нас, конечно, женщины в 55 лет не хотят выходить на пенсию. Это, наверное, ну, вполне нормально в социальной сфере, особенно в здравоохранении, в медицине, где к этому времени медицинские работники набирают наибольший опыт, да, они становятся действительно профессионалом с большой буквы. И, безусловно, как бы тот опыт, который имеется у квалифицированных медицинских работников, он востребован. Действительно, это так. Вот. Значит, то, что касается хирургов, наверное, здесь, может быть, есть какие-то определенные сложности, но надо учитывать, что у медицинских работников ведь начисление выслуги лет по стажу, по выработанным годам в здравоохранении ничего не меняется. То есть вот 30 лет вполне достаточно для того, чтобы получать пенсию. И многие, кстати, этим пользуются. И лишь единицы, которые действительно выходят на пенсию по выслуге лет, а все продолжают работать до наступления пенсионного возраста. Ежедневно к нам в центр приходит более 100 человек. Это пожилые инвалиды. И такие активные наши пожилые к нам приходят. Они сами говорят, после выхода на пенсию 55-60 лет дома сидеть очень скучно, потому что дети выросли, внуки все выросли, а свою энергию куда-то нужно реализовать. И они занимаются у нас, физкультурой занимаются, творчеством занимаются, в кукольном театре играют, социальным туризмом занимаются. И вот глядя на этих бабушек, я всегда говорю, неужели в таком возрасте, 55 лет, можно дома находиться? И вот в последнее время везде говорят про изменения пенсионные в законодательство, и мы нашими бабушками эту тему тоже обсудили. Как они смотрят на это изменение в пенсионном законодательстве? Они сами с удовольствием говорят, как можно 55 лет дома сидеть. И благодаря вот этим нашим активным бабушкам, потому что у них энергия на самом деле кипит, 2017 года у нас вот как раз и реализуется проект «Экспресс бабушки». Мы этот вопрос обсуждали в общественной палате еще вашей. Присутствие экспертов, присутствие, скажем, людей, которые уже сами давно выходят на пенсию, люди, которые готовятся к выходу на пенсию. И, конечно, предложения были разные. Говорилось и вплоть до о том, что есть люди разных специальностей. И если для кого-то, например, в 65 лет, да, это нормальный выход на пенсию, а для определенной категории людей, ну, связанных, во-первых, с, ну, скажем, хирурги, врачи, которые делают операции, да, это же в них, этих людей, в их руках жизнь и здоровье наших людей. Еще ряд называли специальностей, здесь были некоторые сомнения. Я думаю, что сейчас, так как это обсуждение идет открыто в Российской Федерации, у нас в республике, в средствах массовой информации, на обсуждениях, здесь самое главное не замитинговать эту ситуацию. Понимаешь, потому что когда на митингах, всегда там действуют эмоции, а здесь надо рассуждать об этих вещах. Вся эта информация собирается в администрации президента России, в правительстве Российской Федерации, в Государственной Думе. И наверняка я уверен в этом, что будут внесены те поправки, которые бы в большей степени удовлетворяли те пожелания, которые высказывает трудящийся в процессе вот этого обсуждения.